Премьера спектакля «По соседству мы живем» бурятского драматурга Степана Лобозерова состоится 28-29 октября в Русском театре. Постановка приглашенного режиссера из Санкт-Петербурга Владимира Голуб, уже известного якутянам по постановкам «13 номер», «Свои люди, сочтемся», «Голодранцы и аристократы», «Тетки, красотка и семья». На сцене возникнет конфликт между деревенскими соседями. Это пьеса о любви, способная противостоять при вражде и ненависти, независимо где и в какие времена она происходит. Произведения Степана Лобозерова ставились во многих театрах России. На сцене Русского театра за 22 года это будет 12-я постановка. Я играю очень интересную роль. Таких ролей у меня еще не было. Играю такую очень сильную, волевую женщину с характером, конкретную, земную. То есть это вот та женщина, для которой очень важно, чтобы дом был полный чаши, чтобы все было хорошо, чтобы вот все было под контролем, все как у людей, как говорится. Вот. Но при этом она такая с перчинкой, за словом в карман не полезет, вот. Ну и не лишена, наверное, какого-то такого женского обаяния. Для меня это тоже важно. С Владимиром Александровичем у нас уже не первая работа. Как-то мы так с ним сработались. Видимо, и он во мне нашел то, что ему нужно, и мне с ним. Мы друг друга с ним понимаем очень хорошо, слышим друг друга.